Всем привет! Что-то мне на карантине стало грустно. Я решил сделать себе такой небольшой, так сказать, подарочек. Пришла вот только что коробка. Пока еще не открывал. Ну, и так из надписи понятно, что внутри. Дизайнер Юки Ита. Это самый крупный свимбейт от компании Megabass. iSlide 262T. Что ж, смотрим. Цвет данной модели Тарпон. Вот такой вот красавец. Длина у этой модели 262 мм. По заявлению производителя. Надпись гласит нам о названии и о том, кто является разработчиком данной приманки. В комплекте идет хвостик, такой очень такой прочный, крупный. Так, смотрим поближе, что из себя представляет данный агрегат. Ну, крупный свимбейт, что говорить. Там где-то еще в упаковке должны быть крючки. Сейчас я их найду. Он и выглядит как тарпон. У него прям очень похожа геометрия головной части на рыбку, всем известную, которая живет в морях и океанах. Так, приманка шумящая такая конкретно. Ну, насколько я знаю, она медленно тонущая должна быть, судя по тем роликам, которые есть в интернете. Вот, решил себя порадовать такой небольшой селедочкой. Сейчас ставлю хвостик, по крайней мере, попробую вставить. Как у меня это получится, легко или нет, пока непонятно. Сколько я знаю, вставляются они как-то сложновато. Данные приманки, ну, не хочет с первой попытки. Один сегмент зашел, второй не хочет. Ну, никак не хочет. Я почему-то думал, что зайдет нормально. Со 185-й моделью данной приманки что-то у меня не очень заладилось. Не хочет он играть на равномерной проводке с использованием легких титановых поводков. Не хотит почему-то. Не знаю, с чем это связано. Поэтому от одного я избавился. Свимбейта. Вот решил попробовать взять крупненький. Не хочет, в общем, вставляться. Сейчас сделаю монтаж. В общем, пришлось немного помучиться с этим хвостиком. Удалось его закрепить. Довольно объемный такой большой. Весит данная приманка, если не ошибаюсь, 6 унций. По крайней мере, по-моему, такие данные даются производителям. Сейчас взвесим. Без крючков пока. Ого! 175 грамм. Я почему-то рассчитывал где-то 160. Не знаю почему. Может быть, видел в каком-то из роликов. В общем, 175 грамм это без крючков. Сейчас посмотрим, что там за крючки. Где-то должны быть внутри спрятаны упаковки. Ага, для хранения. Такой пластиковый пакетик, мешочек, какие-то бумажки. Показывают, как хвостик вставлять. Но я вот мучился, удалось. Но не так-то просто это на самом деле сделать. И вот два крючка. Странно, почему-то они разного размера. Я почему-то думал, что они одинаковые, больше нет ничего. Вот такие вот большие морской серии крючки на двух колечках. Крючки из очень толстой проволоки. Ну, то есть тут, я не знаю, какую-то океаническую рыбу можно запросто на них вытаскивать, то есть согнуть его нереально. Сейчас взвесим крючки.
почему-то они разные. Я почему-то думал, что они будут одинаковые. Так, большой весит 6 с небольшим грамма. И тут почти 5, 4,5. То есть в итоге в плюсе получается 11 грамм. 186 грамм вес этих тройников и данной рыбёхи. Надеюсь, этой осенью, может быть, если повезет, увижу на него поклевку. Но так вообще, конечно, приманка выглядит обалденно. Первые впечатления сугубо положительные. Посмотрим, что она из себя представляет уже на водоеме, в моих руках. Снасть буду использовать шавлу, которая до 140 грамм. Она прекрасно бросает приманки такого веса, никаких проблем не будет. Что из этого выйдет, увидите на моих рыбалках. Всем удачи и пока!